12 инвестиционных соглашений – такой итог работы делегации Ульяновской области, которую возглавлял губернатор Алексей Русских на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. На стенде региона 17 предприятий представили новейшие промышленные разработки. Так, на выставке состоялась премьера нового автомобиля «Solers ST8». Его высоко оценил российский премьер-министр Михаил Мишустин. Серийный выпуск «Solers ST8» по технологии полного цикла будет налажен на индустриальной площадке УАЗ в Ульяновске с первого квартала 2025 года, а пилотная партия пикапов будет произведена до конца 2024 года. Новый пикап получит полностью локализованный в России силовой агрегат и отечественную компонентную базу. Я думаю, что этот автомобиль в перспективе программы выпуска около 10 тысяч в год будет востребован на нашем рынке, обладает замечательными качествами. Я сам лично его тестировал. Хорошая управляемость, хорошая проходимость. И цена довольно-таки невысокая, в пределах там 2 миллионов 800 тысяч рублей. Я думаю, что это вполне пассивно любому жителю сельской местности, сельхозпроизводителю, любителю путешествий. Особый интерес посетителей выставки вызвала уникальная продукция ульяновских компаний, которые производят беспилотные летательные аппараты квадрокоптерного и самолетного типа. Они уже используются и в народном хозяйстве, и в зоне СВО. Привезли на выставку именно пару аппаратов. Один полномасштабный, 3 метра размаха и с грузоподъемностью до 15 килограмм. И масштабная модель, то есть другого аппарата, который поменьше в 1,5 раза, и плюс складной полностью складывается для контейнера. В общем, все аппараты планируется делать по новой технологии из пластика, минуя старую технологию. Впервые на выставке экспонировался образец аварийного трапа для российских самолетов, который полностью импортозамещен. Кроме того, компания показала новые кресла для самолетов. Их планируют поставить на суперджеты и другие российские модели самолетов. Ульяновская область также известна как центр станкостроения. Станки с числовым программным управлением от ульяновского предприятия DM Technology заинтересовала премьер-министра Михаила Мишустина. На площадке выставки премьер-министр обсудил с губернатором Алексеем Русских развитие станкостроительной отрасли в Ульяновской области. Михаил Мишустин отметил, что необходимо проработать российское программное обеспечение для станочного парка. А наше предприятие, хотя и молодое, открылось не так давно в Ульяновске в начале 2022 года. Но у нас опытная команда, которая раньше работала на крупном западном строительном производстве, которое было представлено в Ульяновской области. И мы сейчас производим, разрабатываем и производим эти станки самостоятельно той же командой. И начали с первой модели, которая уже представлена как опытный образец. И мы выходим на серийное производство в третьем квартале этого года. Губернатор Алексей Русских обсудил с руководством «Технодинамика» и УЗГА на площадке «Иннопрома-2024» создание центра технического обслуживания, ремонта и модернизации воздушных судов и авиационной техники в Ульяновске. В рамках встречи между правительством Ульяновской области и «Технодинамика» заключено соглашение о сотрудничестве. Мы подписали инвест-соглашение с компанией, с акционерным обществом «Технодинамика», строительство нового завода по обслуживанию и ремонту 76 хилов, что крайне необходимо сейчас, потому что выпуск их наращивается. Наш «Авиастар» все больше и больше выпускает их, и из года в год выпуск с этих самолетов будет только расти. Нам необходимо их где-то обслуживать. Таких заводов у нас нет. Вот такой завод мы начинаем строить уже с этого года. По информации Корпорации развития Ульяновской области, Центр технического обслуживания, ремонта и модернизации воздушных судов Ил-76 расположится на территории портовой особой экономической зоны Ульяновск. На производстве будет создано 150 новых рабочих мест для жителей региона. Предприятие предполагается запустить к концу 2026 года. Ирина Антонова, Улправда ТВ.